Всем доброго времени суток. Сегодня снова я отправляюсь на рябчика. Это моя уже третья охота. В том году я одного взял, но в том году я первый раз ходил на него и взял, как говорится, новичкам везет. Некоторые люди охотятся еще на ловушки, ставят так называемые петли, которые делаются петля. И он там по палке ходит. В общем, это надо просто посмотреть. Я точно сейчас не могу объяснить, как это все выглядит. В интернете полно таких роликов. Я вот честно не знаю, считается это браконьерством или не считается. Если не считается, тоже буду пробовать ставить ловушки, если на это времени хватит. Вот. Ну а так хочу вот погулять. Сейчас для себя место как бы выбрал для похода по лесу. Здесь очень длинная дорога по лесу. Ходить легко. В том году мы здесь собирали грибы белые. Вот. И как бы я себе на примете это место оставил, чтобы просто походить на рябчика. Ну, оставайтесь, друзья, на канале. Я пойду похожу, поброжу. А вы подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной на канале. Погнали! Ну вот, оставил машину там. Не стал рисковать проезжать через такие лужи. Мало ли застряну. Чтобы время не тратить потом вытаскивать машину. Вон. Кто устал, допустим, можно сделать привал. Вот такое здесь кресло стоит. Удобное. Или пофотографироваться, допустим. Ну, здесь я точно бы не проехал, не стал бы рисковать. В такой луже приходится даже обходить ее. Будем через лес проходить. Лес здесь офигенный, вообще красивый. Смешанный лес. Березки, сосны, елки. Ягоды тут тоже есть, но пока что я их не вижу. Купил себе еще один манок. Вот такой вот. Называется Hunter Help. Ну, говорят, что нормальный такой маночек. Пока что я к нему не привык. Попробовал потренироваться. Почему-то как-то он почти сразу забивается. Не знаю, почему так. Непонятно. Не могу понять, как он работает. А, все, понял. Вот здесь вот случайно пальчиком, ну, задеваю. Из-за этого звук не происходит. Надо где-то вот так браться. Как я в прошлых видео показывал, это мой старый за 20 копеек, который манок. Еще, по-моему, их 90-е годы производили. И нынешний, в принципе, вот этот мне понравился. Тоже прикольно звучит. Ну вот к речке спустился, вот в лесу протекает, называется Почекуйка. Ну, в принципе, рыбная речка, но она уже обмелела. Вот первый признак... Это присутствие рябчика, что речка рядом, ну и муравейники повсюду. Нету здесь рябчика. Слышно только одни кричания дятлов и ворон. Ладно, пойдем дальше. Вот тарелки. Здесь по тарелкам, скорее всего, стреляли. Вот. Вот охотники не уважают вообще природу, лес. Вот очень много мусора оставляют. Вот, ну, заберите с собой, выкиньте там в этот, куда-нибудь там, по дороге в урну. Обращаюсь к охотникам, который вот это вот сделал, оставляет за собой мусор. Да, и вообще сейчас я вот прошелся, очень много мусора люди оставляют. Вон, на пеньках, на пеньке, то есть бутылка. И пока шел, очень много всякого разного накидано.
Ну вот всю дорогу лужи, везде лужи, приходится по краю обходить, местами через лес. Ну, народ тут ездит, две машины уже проехало. Вот только откуда они ездят? Здесь была пристрелка. Вот сейчас покажу. Вон доска. Все в решето. Ну и конечно, как же без такого бедлама в лесу. Бардак. Просто тупо выкинули все. Грибов уже становится все меньше и меньше. У нас уже грибы отходят. В этом году что-то вообще не грибной год. Но зато ягод, в принципе, нормально в этом году. Я уже насобирал ягод, немножко грибов. В этом месте, вот где я хожу, здесь обычно много белых грибов. Ну все, уже отошли, уже их нету. Ну вот уже УАЗик второй раз здесь проезжает. Как автомагистраль здесь, блин. Мешают, конечно. В этот раз мне больше мешают, чем в прошлый раз на рябчика ходил. Ну так, друзья, здесь целый проходной двор. Ну, на квадриках катаются, на машинах. Походу, мне кажется, зря я сюда приехал, хотя место хорошее, лес хороший. Скорее всего, надо куда-то или углубляться в лес, или просто в другое место переезжать. Даже не знаю, мне кажется, здесь я не добуду рябчика. У нас вот черники в этом году вообще много. Причем здесь вот в этом лесу она вообще крупная. Вон там кустами растет. Вот, друзья, немножко чернички собрал. Смотрите, какая крупная. Прям вообще большая ягодка. Ну, как бы сказать, водянистая она уже. Не такая сладкая, но крупно уже влага напиталась. Ладно, идем дальше. Вот нашел красивую аллею. Сейчас пройдусь по ней. Посмотрим, будет отзываться рябчик или нет. Хотя здесь есть муравейники. Там муравейник стоит. И где-то здесь еще был. Ну, возле дороги небольшой. О, смотрите, что нашел. Небольшой ножичек. Такой вот. Раскладной вместе с открывашкой. Ну, тут потерял. Даже штопор есть. Отлично. Пригодится. Видно, что грибы им резали. Вот чернота от грибов. Ну, такой небольшой трофейчик пускай будет. Оставлю себе. Ну, вот попался муравейник. Он вроде как такой разрытый. Ну, скорее всего, это не рябчик постарался, а люди. Скорее всего, здесь вот пятачок для отдыхающих. Там мангал стоит. Скорее всего, может, дети растормошили. Обычно рябчик в таком формате не роет муравейники. Фу, устал, конечно, ходить. Уже нормально так походил. Уже часа, наверное, два хожу туда-сюда. Решил вот сделать привальчик. Попить чаю. Поесть бутерброды. Просто отдохнуть на природе. Посидеть
на пенечке. Дома решил не заморачиваться, бутерброды не делать. Купил в пекарне, у нас там рядом пекарня. Очень вкусные бутерброды, вот такие вот большие, длинные. С сыром, с ветчиной, с чесноком и с помидорами. Ну и немножко еще зелени. Очень вкусно делают. Сейчас посижу, поем, отдохну. Ну, немножко здесь осталось пройти обратно. Иду уже обратно. Надо уже, наверное, закругляться. Обычно охотники применяют две фразы. Ну, есть еще третья. Это фразы приманивания рябчика про себя. Надо говорить 7-7 тетеревов или 33 татарина. Или просто вот когда вы тянете. И в конце говорите тут труду. Как бы вот так. И эффект, эффект таких фраз вполне результатные получаются. Обычно самки, у них песня, вернее у курочек, у них песня покороче. У петушков у них чуть подлиннее. У самки вот такая песня. То есть один плавный получается наплыв такой свиста, а потом в конце уже с такими троеточиями, можно так скажем. А у петушка более длинная. Как бы вот так они звучат. Обычно у курочки, у петушка разные песни, и в разных окрестностях они тоже по-разному поют. Ну, почти неразличимо, но у них есть отличия. И приходится немножко под него подстраиваться, делать так, как он свистит. Бывает, что немножко по-другому, это почти незаметно. Но когда его приманишь, надо вот прислушаться, как он делает, и примерно так же делать свист. Ну, такая вот небольшая информация, которую я знаю, пытаюсь развиваться в этом ходовой охоте на рябчика. Снова у меня как бы охота не получилась, рябчика не взял, я даже отклика не слышал. Здесь походу его и нету, хотя лес нормальный такой, красивый. Ну, здесь куча машин ездит, скорее всего он тут и не будет обитать. У нас еще листва вся не опала, надо чтобы вот вся опала листва, тогда себя будет проявлять намного больше рябчик. Ему легче будет найти пропитание, когда вот уже вся листва осыпается. Все, друзья, буду сейчас заканчивать. Осталось немножко дойти до машины. Уже такое хорошее время прошло. Немножко отдохнул, посидел, чаю попил. Вот. Ну, подписывайтесь на канал, если что. Будут еще охоты. Я еще раз буду выдвигаться на рябчика. Но это, наверное, будет немножко позже. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем счастливо. До следующих охот и рыбалок. Пока. We'll be right back.